Здравствуйте, это канал Максимадзе и модный летсплей в Майнкрафте. У нас зима снова наступила. Пока я ходил и искал эндерменов, я пока собрал только 8 жемчугов, а надо 11 еще 3, таких. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, да. 11, 12, 13. Снегом завалило, 14, короче говоря. Блок. Все, Андрей продолжает строить себе дом. Ну и, кстати, как вы заметили, тут... Я тут... О, блин, крипер. Фай, южмах, это неожиданно сейчас было вообще. Подлогил еще ведь немного еще что-то. Я на заднем дворе, короче, построил копию с нашего старого дома. Не знаю, что я буду делать, конечно, с ним. Я не знаю, как бы, стоит ли делать то, что я здесь планирую, Макс. Ну, я хочу две турели поставить, попробовать. Я хочу отправиться в ад. И, кстати говоря, я, короче, пока ходил, я нашел моба, которого мы еще не встречали. Это... Эндер... Блин, не могу показать это зомби. Хотя ладно, надо еще мне добыть немного посмотреть. Дерева. Эндер-паук. Есть мысль. Эндер-паук по стенам лазать может? Нет, паук... Эндер-паук по стенам не лазит. Я, короче, убил его, с него выпал вот такой вот осколок края Эндера. Не знаю, Эндер мне нравится больше, чем край. А у тебя темного дуба не найдется дома? Да, по-моему, нет. Да мне этих самого дерева-то полно, а вот мне надо... В смысле, доски полно, а вот мне древесины бы. О, смотри, как эндер-паук выглядит. Вот он это. Ты что сделал? Нафиг это нужно здесь? А это просто какие-то деревья были у меня. Я их не знаю, где они, откуда взялись. Ну, а зачем их перед входом размещать? Ты дурак, что ли? Сам такой. Редиска. О, черный боже квадратик. Мой, что ты творишь, а? Я историю. Историю ты. Нет, творишь, надо... блин. У меня уже 40-й уровень, кстати. 2, 3, 4, 5, стоп. 1, 2, 3, 4, 5. А вот адская свинья. 2, 3, 4, ну, Андрей, пофигу, короче. Походу. Я сейчас, погоди, сейчас посмотрю, погоди, где я это не вижу даже. А, я уже начал пережидаться обратно. Сейчас стану снова. Свиньёй, ха-ха, свинка. А, красная свинья, ну как обычно свинья. Да. Считай. То, но она враждебная, если ее начать бить. Так, я планирую как сделать. Андрей, что-то тут построил, но снегом все завалило, и я не вижу. Потом увидишь, это сюрприз будет для тебя. Окей, ладно. Я хочу отправиться в ад и... добыть там этого и еще и фритовых палочек надо мне, не знаю, что в этот сарай вообще запихнуть. Запихни туда что-нибудь уже, хотя нет, не то, мне не нравится. Карьер пока остановлен, потому что он собирает только снег. Кстати, снег идти перестал, он сейчас начнет дальше снег собирать. Лучше мы подождем, пока оставит. Да. На зиму, так сказать, будем его консервировать. Лучше. От греха подальше. Действительно. И, кстати, у меня есть посох укрепленности, который дает мне щиты, как у сумеречного лича. Это очень... Ой, паук. Обычный, короче, тпшнулся со мной в портал. Ай, ай! Норм, чё. Я стану ифритом и достану этот посох. Он, короче, очень полезен будет, вот прям реально.
Вот этот осколок нафиг мне не нужен вообще. Вот эта штука не Ну и нужна, чё? она тоже вряд ли. Так, как заборы делать вообще? Ну, дерево и палочки нужны. Из камня. А, из камня, ну значит камень и палочки. Или, а может и... те заборы из камня, я не помню, как они делаются, не помню. Я хочу попробовать этот посох в деле. Ну-ка. Чё-то я не понимаю, как каменный забор получается. Отлично. Отлично, теперь вот эти адские лучники мне не могут причинить никакого вреда. Ну, временно, правда. Так, заряд кончился. А до следующего заряда надо подождать какое-то время. А, еще адские свиньи. Блин, чё ж... А, и, это, ифритовые палочки нужны мне. Я же за ними пришел. Начнем, пожалуй. Ага, булыжная ограда. Оп. Ограду из булыжника надо замучить тогда. Другого Эх, варианта этого у нас нету. Не выпало жаль ничего. Надо что-то выкинуть из инвентаря еще. Золотое яблоко мне нужно. Золотой нагрудник. Это выкину. Это тоже так, выкину, не нужно. Нафиг. Возьмем этого. Хорошо, что у нас карьер работает. Это так удобно. Да, только сейчас там снег. О, этот адский слизень. Мне хоть понадобилось, если вот заборов наделать. Так, 12 заборов, да? Придим, так, ифриты, где ифриты? Ненадолго. Еще мне 3 жемчугов эндера не хватает. Может быть, эндеры найдутся в аду. Ага, так, то есть вон как, да? Потому что... Я в обычном мире много нашел. С большинства не выпадало, конечно. Но 8 жемчугов удалось набрать. Так, на всякий случай. Потом они просто пропали, не появлялись. Решил, может, в аду будут. В аду-то я встретил несколько штук. Оказывается, они и тут могут быть. Дермен. Опять подлагивать. Ну, я это ненавижу вообще. А я что-то не понял. Это та же... Это другая крепость, по-моему. Я нашел еще одну адскую крепость. Ставим точку. Над И. Кастл. Кастл 2. Вот здесь могут быть полезные вещи. Может быть, даже жемчуги эндера найдутся в сундуках. Это выход, здесь ничего нету. Я думал в аду только одна адская крепость такая будет. Я нашел ну, еще. Да, мир по идее вроде тоже большой. Так, вот сундук, что в нем будет? Мало чего полезного: оловянный слиток и железная конская броня с золотым нагрудником. В этом сундуке ничего полезного не обнаружилось для меня. Скелет, визор. С него выпали только кости, голова не выпала. Еще один сундук. А было бы круто, если бы выпали бы головы. Я бы это... Золотой меч и 3 медных слитка. А, еще золотая конская броня. Да тут же не А у тебя люков нужно. Нету случайно? Кого? Люков. Нет. Жалко. А зачем тебе люки? А увидишь, Макс, попозже чуть-чуть. Окей, ладно. Ну их легко сделать же. Ладно, я сделаю. У тебя акациевого дерева не будет случайно? По-моему, может и есть, а может и нет, не помню. А зачем акациевое дерево? Чтобы сделать акациевые люки, Макс, зачем? Нет, в этой версии только обычный люк есть. А. Блять, ладно. В этой версии еще пока нет других люков. Я бы сделал бы дуг из темного дерева, если бы он был, и поставил бы его у тебя дома, собственно. Но был только обычный. Обычный люк. Железный. Ого, сколько тут визор скелетов-то, блин. А чё ты хотел, как бы? Наверное, этот... Ого, ой, блин, ну его нафиг. Так, три а как сразу. Крафтится, напомни, как крафтится? Да сам разберись, я не могу сейчас отвлекаться. Ладно.
Визор скелета тут. И лучник стреляет где-то тут рядом. А, вот. Так, ага, все, понял. Дайте мне посох укрепления. Сколько бы я не убил этих визор-скелетов, ни с одного пока не выпала голова. Так, а мне нужно дерево. Так, все. Один еще щит летает. Ну, эти щиты, они не какое-то время действуют. Их могут разломать очень быстро. Вот этот лучник, например, за секунды способен разломать эти щиты. Блин, тут целый лабиринт, это конечно. Очень, да? На всякий случай еще создам два. В принципе, 10 штук должно хватить мне, да? Так, в этом сундуке ничего полезного. А здесь я был? Был я тут. Я тут убивал скелетов, и никакой это пользы не принесло мне. Ай, блин. Надеюсь, Макс, ты будешь не против того, что я здесь изобретаюсь. Ну, я не вижу, поэтому не могу сказать. С него выпал каменный меч, и то, по идее, опять нецелостный. Все. Массивный так. Этот меч кончился. Опять. Хах. Грустно, да? Да. Есть у меня золотое яблоко, чтобы заправить этот посох, если че. Где этот... Ой, а зачем я от крепости-то улетел? Мне же ифриты нужны. Вообще, зачем я визоров убиваю, если мне нужны ифриты? А я откуда знаю, зачем визор скелетов. А вот обычный скелет. Еще визор скелет. Я просто... Три визор скелета. Я просто надеюсь, что с одного из них хотя бы выпадет голова. Нет, нет, выпадает уголь. Опять с этого ничего вообще не выпало. Да блин, и с этого ничего не выпало. Есть шанс, что может в сундуке оказаться какая-нибудь голова. Но пока я проверил три сундука, ни в одном из них ничего вообще полезного не было. Если все верно, должно сработать. Что-то я не вижу ни одного ифрита здесь. Так, либо такой, либо такой. О, маленький свинозомби там был. Начнем с этого. Адские свиньи. О, то, что надо. И, блин, они бьются-то не так уж и слабо. Адские свиньи. Адские свиньи. Это звучит оскорбительно даже как-то. Где ифриты? Что-то я вообще на мини-карте ифритов не вижу. А, вот. А, вот два ифрита. Ай! Больно. Шесть. Если он будет гореть, с ним ничего не выпадет. Семь. Палка. Отлично. Восемь. 9 10 10. Ай, предлагала. С них, блин, выпадают одни кости до угли постоянно. Вот сейчас должно сработать, Макс. Кого? Еще палка. Чуть не работает, мне кажется. С этого не выпала палка. Лучик сраный. Так, будет работать, нет? Так, еще и фрит где у нас? Вот. Обо что ты глубоко себе залил? Что за фигня такая, а? Блин, сгорело все. Нафиг. Так, исправим ситуацию, надо по-другому сделать.
Ай-яй-яй. Айрбол, фаерболы его мне нипочем будут. Опять все сгорело. Кстати, фаерболы, Макс. Они мне нипочем, потому что... Я ифрит, а ифриты их не боятся. Да я, блин, так, опять подлагаю. Мы исправляем эту ошибку. Какую ошибку? Потом узнаешь, Макс. А, тут я был, это сундук уже смотрел. Эй, скелет, не надо убивать ифритов, они мои. С этого палка выпала, с этого не выпала. Уже 6 штучек огня. Ай. Есть. Один. Два. Три. Газ этот бесит, если сейчас своими звуками. Четыре. Ого, сколько тут ифритов на мини-карте показывается. И такое чувство, что шесть, я в этой части не был еще. Семь. Ай, о, блин. Я здесь не был. Тут два блока обсидиана и два золотых слитка. Ну и броня. Девять. Ну, опять ничего полезного. Да блин. Блин, что ж нельзя убивать их, когда они горят. Десять, все. Ай! Красавец. Поздравляю тебя. Это как так-то, блин? Блин, опять сгорело все. Да блин, в сундуках мало чего полезного вообще. Так, уже 10 штук порошка этого. Надо 11. Я же переспавнился. Твою мать. Я теперь переспавнился. Сейчас увидишь, Макс, попозже, что я сделал. Ой. Что крас, такое? Краш. Так. Меня крашнуло. Нехватка это памяти. Так, ладно, перезапускаем игру. Продолжаем. Что-то вылетел Майнкрафт у нас. Пришлось заново перезагружать. Так, где я умер? А, вот визор скелет. Этот газ уже заколебал меня, если честно, вообще уже. А, этот сундук я уже проверял. Так. Что-то тут что-то взорвалось. Так, что? В сундуке жемчуги. Сколько? Три. Сколько? Столько, сколько надо, блин. Причем. Отлично. Осталось только и ифритов да загасить. И все. А, и лава. Сверху. Через окно тогда выйду. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ифритов погасим тогда. Отлично, палка. Еще одна. Отлично, все. Отлично, все. Я могу возвращаться домой. У меня хватает ресурсов на активацию портала. А вот мне не хватает теперь... А, нет, сейчас должно хватить снега мне. Фак. Ой, не в ту сторону пошел. Мне ж домой надо, а не на улицу. Теперь должно хватить. Снежок раз, пошел. Два. Три. Четыре. Пять. Отлично, теперь я могу активировать портал. Шесть. Семь. Восемь. Это что такое? Ты тут строишь, блин? 10. А нафига они нужны вообще, снеговики эти? А это турели. А они, короче, на мобов реагируют и начинают пуляться в них. А, вот оно я как. Решил попробовать. Вот оно как, надо испробовать. А, тут даже две сделал.
Да. Впечатляющий, молодец какой. Поэтому Действительно, дай попробую. охрана нужна нам. Поскорее бы сейчас снег сошел, это ты увидел бы, что я там сделал для тебя. Окей, хорошо. Ну а пока я активирую портал. Тогда нам надо убраться немножко в этих, в наших сундуках, чтобы... А вдруг мы что-нибудь оттуда притараканим? Просто люблю... Портал готов. Ты ж пролагал у меня. Ну там по Что, ушам как ударил, думаешь, вроде занырнуть неплохо. мне туда посмотреть? Ну фиг знает. Я прыгаю. Самоубийца. Ничего страшного, посмотрим, что в Эндермире у нас стоится. Ну-ка, дайте мне сюда летающую книгу. Без полета я вряд ли чего-то тут добьюсь. Я даже не проберусь на остров на сам. Том смерти дайте мне вот. Ну-ка, надо испытать посох. Посохом можно уничтожить кристаллы? Ну-ка, проверим. Мимо пролетает, что ли? Серьезно? Ой, что? Кто это кричит? Что там у тебя такое? А, это вот эти. Ой-ой-ой, блин! Твою мать! Эти хрени кидаются фаерболами, обалдеть. Тут, короче, какие-то трехглазые, трехмордые хрени со звуками гаста. И, кстати, они выполняют ту же функцию. А есть еще одноголовые такие хрени. Но они с фиолетовыми глазами, эти с красными. Короче. О, это типа уже портал, но он пока не активен. Он будет активен только когда после убийства дракона. Это что такое? А почему здесь все розовое такое? Что это все? Что это означает вообще все? В Нам принципе, надо я уже сюда вполне полететь. способен уничтожить кристаллы и убить дракона, но хочется дом, но тебе явно хочется достроить дом и что там еще сделать. Ну, нам надо подготовиться с броней. С броней проблем не будет. Со способностью летать куда проще будет убить дракона. Ладно, я приди. Ну, короче, в Эндермире наконец-то я попал в родной мир эндерменов. Тут, правда, какого-то фига дождь идет. Я не понимаю, как он тут вообще и как он вообще тут может идти. Здесь. А, эндер-смотрители. Эндермены, эндер-пауков тут очень много. Сам. Так, эти как эти трехморды это называются? Как Не смотрители, знаю. только трехморды и летают. О, господи, какой он громкий. Где эти хрени-то, которые меня так напугали вначале? Не знаю. Сейчас попробуем найти, что там. Ой, кто-то фаерболом кидался. А, это сам дракон, что ли, может, кидался? А, вот они, вот на карте вижу. Кто это такие? Тройня края. Тройня, да. Фу. А от нее можно отбивать фаерболы? Не знаю, самому интересно. Можно, да. Но попасть в нее куда труднее, чем в гассы. Потому что, во-первых, она летает быстрее, а во-вторых, она меньше. Ладно, короче, я прыгаю в. Я, короче, за мир прыгаю, чтобы сдохнуть и телепортироваться обратно в свое измерение. И думаю, в следующей серии будет. Я чувствую, следующая серия будет последняя в нашем летсплее. Предлагаю на новой версии потом Да. начинать. Сейчас я стану собой и. Перед тем, как идти в Вандермир, что бы хотели бы мы? Еще. Хорошую броню.
Я, ну, и не знаю, из сушителя, похоже, не получится нам достать. Один из снеговиков умирает. Жалко. Он застрял, что ли? А, не, нет, а, не, это... а, они, а, ты, слушай, знаешь, в чем проблема? А. Вот из-за того, что их много. Они стреляют и попадают друг в друга. Да блин. А, кстати, слушай, а снег можно с водой смыть? А, по идее, да. Надо попробовать. Что-то мне да прям ты... интересно, что ну, у тебя там по под снегом что ли, такое. Ставить надо? Что у тебя там под снегом такое? Интересно. Там, блин, там факела стоят вокруг. Не надо этого делать, пожалуйста, если ты. Факела я верну потом, не переживай. У самого их полно. Ведро воды. Я хочу сделать несколько сундуков. Оп. По 8 получится. Вряд ли, не конечно, знаю, но может быть. Это, видимо, на новых версиях урон от снежков сделали, походу. О, ровно хватает, отлично. Ладно, в общем, я попытался сделать турели, мы поняли, что это фигня. Да, как минимум из-за того, что они друг в друга попадают. Ну, во время стрельбы. Но, тем не менее, эффект какой-никакой, конечно, есть. Они действительно стреляют. Да. Но одного снеговика. Но вот когда по одному снеговику осталось, вот тогда толк какой-то начал появляться. В принципе, почему бы и нет? Урон про. А, они не наносят урона вообще. Ну это старая версия, наверное, поэтому не наносят. Попробуем, ну-ка посмотрим. Угадай, что это такое, Макс. А, это эти шахматная доска, что ли? И зачем она? А это просто декоративный. Декоративный предмет. А, ну ладно, хорошо. Я вот собрал. Блин, а куда эти я оранжевые все свои блоки? Факела дел? Желтые эти блоки. Не знаю, зачем они мне нужны. Это из серии хочу, не знаю зачем. У тебя нет случайно угля, а то у меня вообще факела, что-то все кончились. Нет, нету. Вдруг. У тебя факелов не будет тогда, а то мне нечем вообще. Будет. Надо по-братски разделить еще только их. Так, в принципе-то у нас все есть, все, что нам необходимо-то. Кусочек забора. Где ты у нас? Ты где сейчас? Я это залез, нашел в этом. В карьере один находился уголечек. Я нашел один уголечек. Иди сюда, сейчас я тебе факелов скину немного. Думаю, тебе хватит. Очень спасибочки. Чё, вот... Не знаю, будем ли мы что-то... Что-то строить еще. Надо ли нам... Ну, я думаю, нет? Пока... Я думаю, пока нам хватит. Впрочем, дом ты так и не доделал свой, конечно... Ну я доделал, сколько я хотел сделать изначально. Но внутри ничего так и нету до сих пор. Ну я хотел его больше большим сделать, конечно, чем. Чем полноценным, что ли? Ну я не знаю, как бы я все время, все серии как бы строил все вокруг здесь своими руками. О, Джекамен у тебя заспаунился в доме. Ну не было времени на. И монстр спаунится в твоем доме. Ну, Джекамен. Ну, я бы на новой версии, я бы построил бы ровно такой же дом. Вот такой же огромный прям. Угу. И также опять и пустой, да? Нет, ну там есть чем наполнить, здесь-то чем.
Предлагаю начать прохождение Майнкрафта, точнее завершить его. Так, ну я возьму чисто всяких разных вспомогательных себе блоков по типу земельки. Так, земелька и кирка. Может понадобиться мне. Так. Пауки и скелеты способны убить этих снеговиков, так что долго им не это, много им не останется. Ну, я это уже понял, как бы я попробую это решить просто. Нам нужны стрелы. Так, гравий у нас нема. Я бы и без стрел на самом деле обошелся бы. Ну хотя, давай все, погнали, короче, все. Да, давай, столько в следующей серии, уже полчаса прошло. Давай. Ну что ж, ребята, на сегодня все, следующая серия будет завершающей. И я думаю, что когда мы это пройдем, мы сохраним этот мир и оставим на него ссылочку в описании. Чтобы вы посмотрели, если, конечно, поставить получится. Что-то мы у Андрея пробовали, что-то у него не поставилось. Ну, может, у вас получится. Но по идее должен ставиться, но что-то у него не сработало. Но по идее должен. В следующей серии мы подготовимся и убьем дракона. И нафиг взорвем все тут. Но целый мир мы сохраним, а потом уже как бы резервную копию. Как резервную копию оставим, а потом все тут взорвем. По традиции. Ладно, в общем. Подписывайтесь, вас легко подписываться с нас, эпичный видос, подписывайтесь на стримский канал, логовый канал, свадьбу ВКонтакте, и всем пока. Почти прошли.